Доброго здоровья. В свое время меня весьма заинтересовала такая информация о том, что любая болезнь имеет свое лицо, свое выражение, в виде какой-то сущности она бывает. И мне как-то захотелось увидеть, узнать, что за лицо бывает у болезни. И возможность представилась довольно-таки быстро. Но это уже задним числом говорю. Я плохо переношу разного рода поездки, особенно когда я ночью не сплю. И вот одна из таких поездок последних — это Екатеринбург, где я ночью не спал, там перелет и все там такое. Потом опять я ехал поездом, вот, приехал, и я сильно заболел. Я давно так не болел. Ну вот, дело пошло на поправку. Не сразу все, но тем не менее. И я решил попробовать такой вот способ, о котором я вообще-то знал давным-давно. Это еще он мне напомнился в Екатеринбурге, когда я увидел рисунок, ну, там несколько с иной темой. То есть я решил посмотреть в лицо своей болезни, так сказать. Что вот оно представляет, то недомогание, которое вот во мне. Для этого я взял планшет, вот такой вот планшетик. На нем есть пенсил, есть такая программка у меня, я ее специально, называется она Procreator. Опа, так я, так сказать, нажал, выбрать, значит, новую, формат А4. И я, значит, расслабился, закрыл глаза и начал карандашом неотрывно вводить, вот, как бы сказать, то, что во мне имеется. То есть я вот так вот взял и начал вот так вот вводить. Абсолютно ни о чем не думая. То есть выводя информацию. И в результате этих действий у меня получилась следующая картина. То есть куча различных линий. Среди этих линий очень хорошо проглядывался некий силуэт. Вот этот силуэт я как раз и показал. Вот что у меня вышло. Не буду говорить, вернее утверждать, что это так оно и есть. Может, это есть по-другому. У каждого это свое. Но я вот сделал такой эксперимент. Вы, в свою очередь, можете сделать свой. Что у вас там получится? Ну, а зная лицо болезни, на нее легко и просто воздействовать. Например, можно просто-напросто этот листочек вывести на принтер и сжечь его. Можно перекрестить. Можно еще как-либо. Ну, вот такой вот я информацией с вами поделился. Как вы видите, человек я такой же, как и вы, любознательный. Ну вот, увлекаюсь такими вещами. Доброго вам здоровья! Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!